Первый рабочий день после длительных майских праздников разочаровал ивановцев отсутствием горячей воды. С 13 мая филиал ПАО «Т-Плюс» приступил к испытаниям магистральных сетей отопления и горячего водоснабжения по контуру ТЭЦ-2. Эти работы продлятся до 17 мая и затронут основную часть жителей областного центра. Однако уже с 18 по 22 мая филиал вновь проведет испытания, но на этот раз уже гидравлические. Точный перечень домов, которые останутся без горячей воды, можно уточнить на сайте городской администрации. Проводятся эти испытания для того, чтобы выявить на тепловых сетях слабые места, своевременно устранить возможные дефекты. И гидравлические испытания проводятся летом именно для того, чтобы избежать возможных перебоев теплоснабжения в зимнее время года.